День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в эту абсолютно шикарную, чудесную игру. И давайте пойдем, давайте отнесем нашему дрыгокопателю веревки и бомбы через ледяные пещеры. И потом, то есть, скажем так, сейчас пока что я на это смотрю как на такое расслабленное прохождение. Мы можем немножко отдохнуть, все не так страшно. Потому что я знаю, что все будет намного страшнее. Меня заставят нести ключ по всем уровням. Да, это будет просто ужасно. Это было... Господи, три раба? То есть три помощника? Интересно. Немножко обидно то, что если я попытаюсь украсть их, то он их застрелит. Нужно помнить, что в ледяных пещерах у нас не бывает. Да. Низа, так что тут. Хотя тут легче, по-моему, тут все-таки легче добраться до выхода, потому что тут обычно все такие открытые уровни. Так, но все-таки здесь нужно быть очень-очень осторожным, потому что можно сразу же отправиться туда, куда-то туда. Так, давайте. Шмоп-па-па-па-па-па. Шмопсика отнесем тоже на выход. Так, а выход-то где? Так, это мы сейчас в самом низу. Это хорошо. Так. Инопланетянин. Давайте подождем, пока он вот так сделает. Так, пробежим мимо. И вот он выход. Отлично. Так, все. Как раз шмопсика можно, по идее, не носить, потому что меня на этих уровнях уже убивает все практически с одного удара. Так что шмопсик, не шмопсик. Я больше для тренировки его буду спасать. Это он мне не так нужен, сколько я просто буду тренироваться носить с собой всякие разные вещи, чтобы потом ключно... я не знаю, как я выжил и что это было, но это было просто ужасно. Так, хорошо. Второй уровень ледяных пещер пройден. Так, давайте выбросим камень, который мог попасть мне. Так, не забудем то, что у нас есть скелеты. Шмопс зовет меня на помощь. А, пап. Опа, ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Шмопс, извини. Я как бы немножко совсем... О, господи. О, господи. Там сейчас что-то взорвется. Сейчас что-то... Ой. Их мины. Их много. Так, давайте посмотрим. Давайте так прыгнем. Кусочек золота туда-сюда. По-моему, это... Опять инопланетяшка в меня стреляет. Так, хорошо. Выход. И все. Последний уровень. И я точно не помню, веревки или бомбы сначала. Но так или иначе у нас и того три есть. Так что... О, господи, 4 июля. По-моему, 4 июля это значит, что у нас будет очень много инопланетян, которые будут очень-очень часто и очень активно летать туда-сюда и расстреливать нас всех. Так что так, давайте будем высматривать. Где же выход? Выход, выпустить меня отсюда. Вы, пожалуйста, выпустите. Так. А! Нет! Нет, нет, нет! 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 А! Вставай! Вставай! Тихо! Да. А, я даже забыл быстро старт нажать. Так, давайте. Ой, ой, тут пингвин. А, класс, эти животные, они выходят из... Класс, там маленький пингвинчик ходит и маленькая лягушка прыгает. Очень, очень мило. Так, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь творится такое. Что за безобразие вытворяется. У нас есть... Ой-о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 й
перестал прыгать. То есть не прошло и полчаса, и я перестал прыгать. А, давайте. Оп. Класс, интересно. Очень-очень интересно. Собаку. Так, даже коробку сначала. Все. Ой, это... О, классно. Это, вот это нам пригодится очень сильно на этих уровнях. Так, хорошо. Так, собака, пошли. Я тебя спас. Давай мне. Лиз, давай мне. Хорошо. И все, идем дальше. Фух, так, концентрация у нас собака прямо здесь. Ну, у нас... Слон, как бы тут совсем очень рядом.
Слишком. Слишком очень рядом. Так, я как-то... Я их всех немножко боюсь. Ой, у нас тут продавец тусуется. Так, спокойно. Давайте посмотрим, что у нас внизу. По-моему, это самый низ. Так, все. Я помню, что ему под руку попадаться нельзя ни в коем случае. Так, давайте его сбросим вниз. Так, посмотрим. А, это не самый низ, это не самый низ. Хорошо, мы можем еще ниже спуститься. А, вот, скорее всего, это самый низ. Так, здесь пробегаем. Есть. Ух, проходим. Все, 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 хорошо. Не страшно, не страшно. Так. О, господи. Это пахнет как... Deathmatch Arena. Ага, это я какую-то арену открыл, скорее всего, потому что... уровень прошел, но здесь, скорее всего, будут слоны тусоваться. То есть, так как здесь пахнет мокрым, мокрой шерстью, значит, тут будут слоны тусоваться. Так, давайте посмотрим. Угу. Давайте поверху пройдем. Оп. Ух ты, а что это тут такое было? Почему здесь все валяется? Я не откажусь от него, от всего. Так, притом у нас тут выход сразу же внизу. Давай. Ой, камень! Камень в меня... Перестань! Очнись! Встань! Камень меня... Это жестоко. Поняли, в чем тут прикол был? То есть я попал на вот эту вот прыгалку, на которой туда-сюда прыгает камень. И он меня постоянно добил меня. Я предположу... Поэтому там столько всякой всячины было. То есть камень там оказался, и он убил всех. Абсолютно так. Эти прыгалки, они такие хитрые. Они прячутся, они не показываются сразу. Да нет, они... Бедный. Так, давайте поверху пройдем. Так, давайте возьмем эту штуку. Нет. А, паук, паук. Пойдем дальше. Нет. Да. О, господи, боже мой, так, нет, это все, все мне очень не нравится почему-то. А ты кто такой? А, он когда рычит, на меня потолок падает. Ужас. Теперь я хочу его убить. Так. Так. Тихо, он умер? Он умер, по-моему, он умер. О, господи, маленький инопланетянин меня может убивать? Хорошо, все, я буду знать, но... А, все. То есть вот тот огромный Йети, он умер тогда от камешка и прыгалки. И из него вывалилась та куча вещей. Все понятно. Из Йети вываливается куча вещей. Угу. Так, мы учимся. Мы учимся. И знаете, я думал, это будет просто. Но нет, тут просто куча вещей всяких, на которые интересно посмотреть. Я мог бы их игнорировать, но это ж скучно. Так... Где я? Это уже самый низ, это нехорошо. Потому что тут будет тяжело отсюда выбраться. А нет, это не самый низ. Я уже испугался. И тут уже выход. Так что, оп, все хорошо. Все, 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 отлично. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Так. Снег идет. Но это ничего такого страшного, ничего особенного. Паук. Я как раз, по-моему, научился тому, что если я... О, господи, боже мой! Буду наступать на мины, мне стоит от них отходить. Но если я ломаю рядом с собой вот эти вот урны, то я должен дважды сразу же бить, тогда это автоматически убивается, товарищ. Так, и мне нужно запомнить то, что быстрый рестарт — это X. Быстрый рестарт — это X. Так. Много, много вещей нужно. Нужно выучить, нужно запомнить. Так, давайте здесь пробежимся. Посмотрим, что у нас внизу. Нет, нет, ничего особо открыто. Так, это у нас Кали. Мы можем... Собачка так или иначе, она уже мертва. Так что... О, господи, пожалуйста, не взрывай алтарь. Так. Оп, спасибо. Так, ну, мертвая собачка, она нам особо много очков не дает. Кали, она по очкам работает, да. Хорошо. Так, мы могли бы еще кого-нибудь сюда... Нет, нет, тут больше никого рядом нет. Ну хорошо, не будем рисковать. Давайте вот эту штуку. Так, подальше отходим. Нет, 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 ничего нету. Идем дальше.
Если что, мы можем подружиться с Кале. Она нам даст специальную вещь, которая будет пополнять нам здоровье. Так, спускаемся вниз. А-а-а! Там была спрятана прыгалка. Вот, честно, огромные йети, слоны, плюющиеся и замораживающие, маленькие йети, все это ничто по сравнению со злой прыгалкой. Так, хорошо. И какой это уровень я прошел? Второй. Я думал, я дальше уже. Я дальше дошел, но нет. Так, все повзрывалось. Все, это меня очень радует. Все повзрывалось. Так, теперь слоник. Понятно. Давайте на него. Ня-ня-ня-ня-ня. Можно вечность тут провести. На! Есть. Как раз скелеты нужно всегда проверять. Я торможу постоянно. Так, йети. Так, скажите, а что сделать с йети? Ну, мыть как можно чаще. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим, что мы здесь можем сделать. Мы можем спуститься вовремя. Давайте это сделаем. Йети, не бей, не бей меня. Не надо. Мне это не нравится. Так, шмопс, мне стоит из... Нет, мне из-за тебя рисковать не стоит, но мне так или иначе нужно будет подняться наверх, туда, к йети. Потому что... Ой-ой-ой. Так, инопланетянин, улетай. Йети, проходи. Ня, хорошо. Оп, давайте его оттолкнем туда вниз. Па-па-па-па-па-па. Так, и побежали. Так, мне нужно будет использовать веревку, но у нас тут парочка сундуков и коробок. Что я надеюсь, что я... О, отлично, бомба получил лишняя. Это бусечка. Так, хорошо, все. Фух, так, все, теперь последний уровень. Последний уровень до дыркокопателя. Самое главное не нервничать. Самое главное... Господи, опять 4 июля. Постоянно 4 июля. Тут постоянно? Они так празднуют постоянно? Так, они слишком ли много? Так, давайте... Нет, он не хочет, чтобы я на него прыгал. Так, посмотрим. Так, это было опасно, очень-очень-очень опасно. Как раз там можно подняться в инопланетный корабль и что-то сделать. Так, давайте здесь используем. Я надеюсь, что все-таки бомбы будут первыми. Так, не веревки. Так, пожалуйста, бомбы, будьте первыми. Так, три бомбы, отлично. Есть бомбы, все. Фу, хорошо, вы выполнили. И притом мы первый раз дошли до руин. Ну, может, до Олдмека даже дойдем прямо сейчас. Же. Без подготовки, без ничего. О, господи, боже мой. Да не бля! Хорошо. Я тебя запомню. Так, все, хорошо. Давайте тогда пойдем. Ну что ж, давайте теперь нам нужно следить за веревками. Веревки нужно отнести. Хорошо. Так, давайте. Конечно же, чтобы веревками не пользоваться, нужно вести себя очень-очень осторожно. И лучше всего было бы, конечно же, найти что-нибудь, что дает нам возможность полета или контролированного прыжка. Это было бы тогда лучше всего. Но. Так, давайте его оттолкнем вниз. Вот он выход. Так. И сюда. Оп, есть, все. Отлично. Прошли. Чаек. Так. Идем. И все хорошо. Все хорошо. Так. Алмазы. Шмалмазы. Я не знаю, зачем я их собираю и зачем я освободил змейку. Просто так. О, как бы мне пригодились здесь деньги. Спасибо НЛО, которое меня отправило прямо к выходу. Я бы еще долго думал, как стоит рисковать, не стоит. НЛО сказала свое бе, отправила нас в самый низ, и все. Иди сдай веревки, сказала НЛО. Хорошо. Так, давайте тогда пойдем сдадим веревки. Так, стеклотару. Так, пониже. Угу. Как-то,
это здесь пусто на уровне, но это... Я не жалуюсь, я уровень, я не жалуюсь. Будь пустым, будь абсолютно не опасным. У нас теперь проблема. У нас теперь две проблемы. Так, тихо. Я могу использовать одну веревку. Или как-то очень правильно прыгнуть! Как будто я умею играть в эту игру. Я аж сам себя удивил, я просто... Это был абсолютный риск, но я это сделал. Так, и последний уровень. Опять четвертый, да. Тут, скорее всего, каждый четвертый уровень. Это 4 июля. Давайте прыгнем на него. Давайте используем здесь вот бомбу. Посмотрим, может быть, это будет лишняя веревка. И тогда нам можно будет спокойнее немножко. А как раз, тихо, подождите. А если я сразу же пойду вот к этому выходу? А, да, если я пойду к этому выходу, то мне придется использовать веревку, а бомбы у меня не липнут. Так, давайте тогда здесь спрыгнем. Ничего, это нормально, потому что мы идем в правильном направлении. То, что я потерял здоровье, это не страшно. Вот он у нас выход. И... Прыгалка. Прыгалка-скакалка. Ня-ня. Все, хорошо. Хорошо, все. Все. Веревки. Мы тебе принесли веревки. Да, на тебе. На веревке. Мы снова заходим. Господи. Мне придется нести ключ. Господи, как тут много всякой всячины. Так, я надеюсь, эти не нападают издалека. Нет. Зато эти нападают издалека. И он меня явно заметил. Так, давайте его. Привет! Ха-ха-ха! Как мы его? Раз! И на матрас. Так, тихо. Не подходи ко мне, ты меня пугаешь. Так, давайте пройдем дальше, посмотрим, что тут дальше есть. Так, как раз четвертый уровень вот этого уровня, это уже Ольмек. Может быть, мы на него посмотрим. Так, тут продавец в стене прячется. Но он нам не очень... Он нам не страшен. Апай! Ём! Как раз вот вход в золотой город. Там был. Там такая золотая замочная скважина. Это вход в золотой город. Так. Как это неприятно тут все поставлено. А если мы используем вот здесь вот бомбу? Оно решит наши проблемы? Да. 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 Не совсем, конечно же, веревка нам нужна будет так или иначе. Так, но мы можем пройти. Я. Так, хорошо. Видите, мне так не хочется нести ключ с самого начала до самого конца, что я прохожу просто дальше. Вот как нужно меня мотивировать. Испугать чем-то, и потом эта мумия сломалась. Так, как бы мне тут пройти так, чтобы не умереть навсегда? Крокодил. Магазин. Мумиё. Так, а как бы убить мумию, чтобы не спровоцировать... продавца. Так, у меня особо ничего. Ага, хорошо. А как раз, то есть его можно останавливать возле ловушки и тогда заставлять подходить как можно ближе. Оп, оп. У меня 17 тысяч как раз. Можно было бы сходить в магазин. Вот тут честно. Так, что у меня? 27 тысяч! Ну, у тебя и расценки тут, товарищ. Ну, ты даешь. То есть в самом начале лучше всего закупаться. Веревки? Да, давайте купим лишних веревок. И все. И хватит. Хватит с нас. Так. Я теперь не могу отсюда выйти. Так, а как это сделать? Чтобы быстро было. Класс. Я сам себя словил здесь. Потом, как только я поставлю здесь бомбу... Он меня сразу же убьет. Так, тихо, давайте тогда попытаемся. Все-таки попытаем! Уха-ха! Да, когда если быстро бежать, то можно все успеть. Так, давайте отойдем как можно дальше от бомбы. Так, эта штука, она, по-моему... Да. Я с ними не дружу. Совсем. Ну что ж, давайте тогда...
попробуем. Попробуем сделать это сумасшедшее задание. Отнести ключ с самого начала. Прямо туда. К концу ледяных пещер. Всего лишь. Это немного. Но это, считайте, последнее такое большое задание для маленького прохождения. То есть, тогда мы сможем сразу же подходить к катакомбам, сразу же подходить к Ольмеку, и тогда мы сможем с ним сразу же сражаться. То есть, это будет не очень опасно. Так, и не очень сложно. Так, паук. А, он как раз запустил ловушку, это отлично. Это как будто я планировал это. Так, давайте здесь спрыгнем. И я уже немножко... Опа-тя-па-па! Брысь. Не хочу терять здоровье. Потому что, так как я буду нести ключ с собой, мне лучше всего здесь, сейчас, как пока ключа нету. По-моему, на первом уровне никогда у Чедая не бывает. Хотя я не уверен. Если мы будем нести ключ с собой, то я не смогу носить с собой собачек. Поэтому, если что, то мне нужно будет на первых уровнях зарядиться здоровьем, деньгами, и потом как можно больше, да, и как можно лучше сконцентрироваться на то, чтобы отнести ключ. Так, мывка. На. Оп, хорошо, деньги. Так, если мы не увидим ключ, но увидим сундук, мы будем знать, что ключ на уровне. Так, его просто нужно поискать. Так, хорошо. А эта ловушка, по-моему, не запустилась. Давайте ее обойдем по низу. Так. Так вот. Здесь магазин. А там наверху... Тяжело увидеть. Что там у нас наверху? Ах, так. И с продавцами я тоже как-то... Не хочу с ними ссориться, потому что я не смогу взять с собой дробовик. А дробовик это единственное, что мне может помочь справиться с злыми продавцами. Так, давайте посмотрим здесь. И, по-моему, здесь нету ключа. Нет. Ну, хорошо. Я буду себе доверять. Я сказал, что ключа нету. Хорошо, я себе поверю. Ну, только в этот раз. Так, это... Ну, в общем, я себе доверять не буду. Так, маленькое золото. Так, да, давайте будем постоянно осматривать уровни. Так, у нас тут собачка. У нас там продавец. Кали. Апмахпч. Так, тихо. Самое главное... Ну, хорошо, он не принял это за агрессию. Это меня радует. Так, рубинчик возьмем. Так, а здесь наверху у нас в скале у нас ничего нету? Ха, странно. Так, давайте возьмем себе липучку. Оп, отлично. Теперь у нас бомбы будут липнуть. Так, давайте посмотрим внизу. У нас уже выход. А где ключ? Я пропустил ключ. Апа-тя-па-па. Так, хорошо. Это я хорошо прошел. Это я зря наткнулся. Так, я... Начал нервничать. Подумал, что пропустил ключ и начал нервничать. Так, не стоит, не надо. Не надо нервничать, спокойно. Все будет хорошо. Может быть. Для кого-то другого. Так, так, здесь у нас ничего нету. Паук, есть. И так, джамп, проходим. Есть, на. Так, собираем. Собачку я слышал, не слышал? По-моему, я не слышал собачку. Так, тут можно практически все услышать, если правильно слушать. Так, хорошо. А как отсюда выйти? Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Паук, иди сюда. Ну, прыгни, хорошо. На! О, вот теперь все хорошо. Давайте взорвем это все. Отлично. Так, у нас выход тут. Притом там огромное количество ловушек. Просто дикое количество ловушек. А здесь у нас абсолютно ничего нету. Так, ловушка. Все понятно с тобой. Так,
конечно же, это интересно. Так, так. Теперь ставим бомбу, теперь отходим. Бам, все. Можем идти дальше. А, ну, нужно привыкать к уровням. Нужно привыкать. К самой мысли того, что это далеко. Это далеко. Так. Прелестный магазин, в котором бомбы и дробовик. Давайте я куплю себе бомбы. Так. Если бы я просто так играл, а не для того, чтобы ключ нести, я бы убил продавца. То есть мне так показалось в прошлый раз, когда я убивал продавцов, то что это проще. Так проще живется, так проще играется. Так, я пропустил ключ? Нет, нет. Мне в этой серии было бы просто интересно увидеть его хотя бы раз. Я знаю, что он есть, но как бы встретиться с ним. Пожать ему руку. Так. Автограф взять, что ли? Так, паук. Паук! Да. Так, давайте попытаемся его камешком. Оп, хорошо. Камешком можно его убить. И давайте пойдем дальше. Так. О, господи. Так, тьма, которая нам, конечно же, не поможет особо. Особенно не поможет находить ключи. Так. Так, все. Давайте к этому отнесемся серьезно. А то как-то я сейчас расслабился. Сделал сегодня все, что планировал. Ну, я сегодня не планировал там Ольмика убивать или ключ собирать, но. Так. Это я зря сделал. Нужно было запустить эту ловушку. Так, хорошо. Давайте прыгнем. Так, здесь наверху у нас... Ой, Шмопс! Давно с тобой не виделись, а? Как давно я тебя не видел на этих уровнях? Так, оп. Смотрим вниз. Оп! Это мне очень повезло, что я вернулся. Так, давайте тогда уберем Шмопса. Пускай он сам найдет дорогу домой. А мы посмотрим, что здесь у нас. А, ничего привлекательного нету. Так, хорошо, давайте возьмем свой камешек на всякий случай. И пойдем. Шмопс, что ты мне скажешь? Шмопс мне скажет. Да, вот так вот. Так, хорошо. Давайте бросим камешек, запустим ловушку, соберем рубинчик, изумрудик. Изумрудик. Так, о господи, боже мой. Все понятно. То есть запускать ловушку, когда я стою прямо перед ней, это глупо очень. Так, как раз у нас здесь есть сундук, то есть у нас здесь ключ есть, и так ключ мне нужен физически, то есть сам по себе ключ, а не просто найти его. То мне да, сам сундук мне он не важен, а вот то, что я найду ключ. Так, давайте тогда посмотрим, где это все тогда может быть. Если что, я вернусь. Хорошо, давайте посмотрим внизу. Так, вниз. Огромный паук, которого мы взорвем осторожненько. Отлично. Мышка, умри. Все умерли. Отлично. Это очень приятно, когда все вот так вот делают. Так, давайте соберем бум. Так. Как раз я мог бы коробку бомб купить, но ничего, давайте. Так, тогда все это купим. Я надеюсь, что у меня здесь в коробке будет все, что мне понадобится. Веревки, да? Да, это мне понадобится. Так, особенно если я сейчас внизу не найду ключа, и мне придется идти наверх. А нет, вот он ключ, все. А я тут могу как раз выходить, все, хорошо. Итак, ключ навсегда со мной должен быть. Притом на ледяных пещерах нужно запомнить, что его нельзя бросать никуда. Так, все. Хорошо. Я его увидел. Я его взял в руки. Он со мной теперь. Но теперь я ничего другого не могу взять. И теперь у нас как можно быстрее на выход. Даже лучше всего, конечно же, не торопиться. Но да, как можно быстрее на выход, это как бы... Так, давайте воспользуемся веревкой. Спрыгнем здесь, посмотрим, где у нас Шмопс, извини.
Так, я зря как раз не посмотрел, что у меня было внизу. Выходи, выходи, выходи. Мне вот сейчас, знаете, что бы мне больше всего пригодилось? Целовальная комната, в которой у шмопса можно за 10 тысяч купить поцелуй. Это было бы очень-очень мило. Так, хорошо, тут ловушка запущена. Так, нет, ну если я уже в этот раз пройду с ключом, по крайней мере, эти уровни, то мне это уже будет как спасибо. Помощник. Я пока тренировался, я брал помощника. Они меня убивали постоянно, они абсолютно дикие сумасшедшие твари, с которыми лучше не связываться. Так что пускай они там тусуются. Угу. Так, хорошо. Джунгли. Я не знаю, зачем я мгкал, но это зачем-то. Так, да, давайте я хочу просто то, что в коробке у нас здесь, собрать. Так, у нас тут классная вещь, которая бы мне пригодилась, если бы мне не пришлось нести с собой еще и ключ к тому же. Так, брысь, уйди просто, уйди из моей жизни. Это тоже обезьяна. Так. Ну, это был... Ну, хорошо. В этом эпизоде было очень много прогресса. Я не буду расстраиваться от того, что меня сейчас так жестоко убили. И тогда в следующих эпизодах мы... Да, в 300 следующих эпизодах мы будем мучиться, пытаться донести ключ до самого конца. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.